1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2019 год на недвижимость, землю и транспорт. Начиная со 2 декабря будут начисляться пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России. Оплату можно произвести, не выходя из дома, в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы России или в онлайн-сервисе банка-партнера. Дополнительную информацию смотрите на сайте налог.ру или звоните по телефону контакт-центра ФНС России, который вы видите на экране.